Ну что, выходные пролетели. Хочу сегодня сделать хворост попробовать. В интернете очень много разных советов. На 4 яйца, на 3, на 2. Вообще без яиц. Я взяла рецепт, который буквально обсуждали в переписке под роликом про хворост. Там потребуется всего одно яйцо, муки столько, сколько возьмет яйцо, ванильный сахар и 25 грамм водки. В общем, попробую, сделаю. Будет понятно, стоит к этому возвращаться или нет. Итак, яйцо пошло. Теперь мука. Не знаю сколько. Буду проверять по ситуации. Здесь сейчас 3 ложки муки. Сейчас еще добавлю водки 25 грамм. Ну и попробую дальше поколобошить это все. Водка. Все-таки я решила, что надо немножко посолить. Думаю, надо немножко посахарить. Ванилин попозже добавлю. Кстати, сахар-то сыплю на свой страх и риск. В рецепте вообще про это ничего не сказано. Может, весь расчет на пудру? Ладненько, займусь перемешиванием. По итогу получился вот такой маленький кусочек теста. Ну вот прям на ладошку. А мне больше и не надо. Я же только проверяю. Если вкусно, буду делать еще. Осталось только раскатать, разрезать и запечь. Кто первый пошел? Все, забрасываю последнее. Повторюсь, много и не надо. Вдруг мне не понравится. Как мне не совсем понравилась панакота, так называемая. Если кто смотрел, я видела с творогом. Я делала с творогом и с компотом из персиков. Так вот, к какому я выводу пришла. Надо, чтобы ягоды были более такие на вкус конкретные. Ну, например, это может быть малиновое варенье. Или малина свежая летом. Вот тогда это будет просто бомба. А персики, ну сразу скажу, тем более из компота, они немножко не тянут, скажем так. Получилась вот такая тарелочка. Много или мало, не знаю. Осталось только присыпать сахарной пудрой. На вкус. Что у нас со вкусом? Не знаю. Херня какая-то. Хорошо еще подсахарила в конце немножко.